ну, в третьем Полихановском переулке. Небольшой переулочек между улицами Электродной и Полиханова. А район Перово, ближайший метро, шоссе энтузиастов. Сейчас идем к улице Плеханова. Автобусная остановка. Железнодорожный переезд. Ну это тут небольшая веточка грузовая проходит. Сюда вот. Отсюда ее не видно. Но за теми зданиями находится Владимирский пруд. Небольшой водоемчик у метро шоссе энтузиастов. Блин, опять дождик начинается, офигеть. Январь месяц, в городе дожди. Ну, пока что, благо, небольшой. Здесь бизнес-центр. Там тут прудик. Вот, да. В этой вот парковой такой зоне небольшой. Ну, Перово район, рабочий, заводской. Научно-производственные предприятия «Салют», например. Много разных предприятий здесь, конечно.
Ну вот, выходим на улицу Плеханова.